Привет, исследователи. Вот бумажка на выборы диктатора 2018 год. Конечно, эту бумажку давно надо было выкинуть. Здесь соотечественники, избиратели. Президент вообще не нужен. День, когда каждый имеет право выбирать. Вообще, я каждый день, каждую секунду имею право выбирать. Государство, ты никто. Можешь нести личный вклад в будущее, будущее за семьи, будущее нашей страны. Страна не волнует вообще. Никому не отдавайте. Ну, в общем-то, когда я родился, здесь уже бесправным родился. А выборы – это фикция, афера. И еще я не понимаю, почему на гербе корона. У нас царь. Ну, то есть я понимаю, что диктатор сидит, но это же невыносимо. Это диктатура. Ну, в общем-то, все. Пока.